Если вы купили новенький iPhone или обновились там, возможно, на новую версию iOS, или же вы с резервной копии там на новый iPhone перешли, и вы испытываете такую проблему, как у вас нету мобильного интернета. Решение есть. С вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Expert. Если вы столкнулись с такой ситуацией, решение всего лишь простое. В данном случае я как пользователь Киевстара на Украине объясняю точно так же по Киевстару. То есть я перешел в настройки, я как бы ничего такого не обратил внимания, настройки как настройки себе перешел, сотовые данные, настройки интернета, передачи данных. Ничего такого не заметил, но интернета нет. Что делать? Я позвонил оператору, мне прислали автоматические настройки, ну как, автоматически, мне пришлось, конечно, их ввести. Решение было какое? То есть я зашел в настройки сотовых данных по тому, какие у меня были вот такие. Естественно, я обратился в службу поддержки Киевстар и нужно было изменить настройки. Вот я прописал на вот такие вот настройки, где у вас написано APN. Здесь нужно прописать английскими интернет и точно так же в режиме модема английскими интернет. И все, и даже вам не нужно перезагружать устройство, чтобы эти настройки вступили в силу. Сразу же, как только это ввел, у меня заработал интернет. Но можете сделать так, как советует оператор. Нужно ввести эти настройки, перезагрузить устройство. По сути, и так это работает. Вот, данное решение этой ситуации. Как найти эти настройки? Вы перейдете вот в настройки, зайдете в сотовую связь, сотовая сеть, передача данных. Вот, это вот здесь это все дело находится. Каждая девушка хочет быть красивой, ухоженной и всегда такой оставаться. Хочу вам порекомендовать человека, который разбирается больше в этом, нежели я. Вы здесь найдете очень много полезного. Парфюм, как мужской, так и женский. Каждый для себя что-то найдет. Различные брасматики, тоники, тени, карандаши, подводки. То есть все девушка может желать, она может найти здесь, в этом инстаграм-профиле, что оформляет очень классно цветы. Хранятся более 5 лет, долго держат запах, никакого ухода и внимания не требуют, кроме того, что их можно взять и кому-то подарить. Оформление комбинированных подарков, то есть вот как пример, очень креативно, приятный подарок будет для девушки. Имеется также сайт, можете здесь все посмотреть, оформить заказ и ознакомиться подробно с каждым товаром. Если я вам помог, вы знаете, что нужно сделать. Подписаться, поставить лайк, оставить крутой комментарий. Это меня будет мотивировать. Делитесь этим видео с вашими друзьями, близкими и знакомыми. Всем пока!